И я напомню, что завтра в парламентской ассамблее Совета Европы состоятся дебаты относительно украинского закона об образовании. Уже готов проект резолюции, в котором дана весьма жесткая оценка этому документу в части языкового вопроса. Об этом уже заявили представители украинской делегации от ПАСЕ, от оппозиционного блока. Проект резолюции еще будет меняться, в нем будут вноситься поправки, но пока то, что мы имеем в этом документе, это требование отменить дискриминационные нормы, не дискриминировать национальные меньшины некоренных народов по отношению к коренным народам. Просьба увеличить период адаптации к новому законодательству. Говорят, что транзитный период в 3 года недостаточен. Нужно дать возможность больше для того, чтобы адаптироваться к этим реформам. Поэтому завтра будет важный день. Завтра будет голосование по этому закону. Я надеюсь на то, что парламентарии Парламентской ассамблеи Совета Европы дадут отрицательное заключение по этому закону. И резолюция будет принята самая жесткая в отношении этого закона. Что наша партия и я, мы голосовали против этого закона, являясь ярыми противниками, чтобы закон вообще вступил в действие, он уже вступил в силу.